По правилам, молочные картриджи в молокомате обязаны ежедневно менять, а использованные емкости для хранения полностью промывать, иначе высок риск микробного заражения. Если вы не уверены, что за молокоматом достаточно хорошо ухаживают, лучше не покупать молоко из него. Этот чай в основном любят за высокое содержание в нем антиоксидантов. А молоко снижает действие этих веществ. Сохраняется в молоке и кальций, который, согласно последним исследованиям, предотвращает развитие рака толстой кишки. Но известно, что кальций не всегда хорошо усваивается в организме. Чтобы кальций хорошо усваивался в нашем организме, в рационе должны присутствовать магний, фосфор и витамин D. Хорошая новость в том, что все это в благоприятном соотношении присутствует в молочных продуктах. Это означает, что в нем могут содержаться стабилизаторы. Их иногда добавляют в маленьких дозах, чтобы молоко меньше свертывалось во время ультрапастеризации. Но есть другой вариант – опасный. В таком молоке могут содержаться антибиотики, поэтому Роспотребнадзор рекомендует покупать продукцию животного происхождения у проверенных, надежных производителей.